Здесь будет очень много данных, информации, причем с разных источников, которые я читаю регулярно, и которые на самом деле вот, позволяют нам ставить вопросы относительно вот этого выбора, иначе смотрят ловцов в неволю, вот, в контексте вот того, что нам надо. Надо вот, вот это. То есть, когда мы будем рассуждать, хорошо или плохо, мы будем исходить из вот, того, что мы должны расти быстрее, чем мир, наша экономика, мы должны создавать позитивную мотивацию для создателей добавленной стоимости, мы должны таргетировать, то есть в центре нашей экономической политики ставить таланты, особенно в сфере предпринимательства. Мы должны быть выгоднее, быстрее, лучше, качественнее, то, что Федорович говорил в отношении человеческого капитала, да? Качественная система госуправления, конкурентные механизмы интеграции современных технологий, стимулирующая среда для генерации нематериальных активов, брендов, знаний, сетей, да, и система идентификации и ликвидации ошибок для того, чтобы не было токсикации экономики, токсикации бизнеса. Так или иначе, вот, когда он будет говорить плохо или хорошо, вы это имеете в виду, да, что я там не за там, корпорации, не за государство, не за некую там гипотетическое либертарианство, а, собственно, вот это совершенно прагматическая вещь. Поэтому многие аргументы, которые будут, они будут именно так иначе вот в свете этого прилагаться. Это назад вернее одну штучку. Вот, поэтому, друзья, у меня подход, так и потом презентация у вас будет. Подход у меня следующий, да, есть разные подходы. Первый — космос и низ, да. У меня подход простой, это дезагрегация, понимание назначения каждого винтика, каждого элемента. На самом деле, потом, собственно, когда ты уже с этих элементов понимаешь взаимосвязи, ты их склеиваешь. То есть в экономике, да, когда мы говорим макро, уровень, да, это меза, мега, гипо, что-то такое большое, да, то есть ты не понимаешь, как процессы внутри происходят. Это уровень, на самом деле, вот нанотехнологии, да, это маленькие-маленькие частички. В экономике я использую метод субъективного индивидуализма, который предполагает анализ маленького-маленького элемента. Самым маленьким элементом является homo agens, человек действующий. Вот, это вот, вот, вот все системы, которые складываются в экономическую систему, так или иначе, они в рамках мотивации, в рамках позитивного действия каких-то отдельных людей. Вот. И вот начнем с этого очень, на мой взгляд, интересного исследования. Это конец июня. Морган Стэнли проанализировал, поставил перед собой задачи для американского дискурса. Да что такое? Вадим, потом высылай. Закрою я тебе после белорусской экономики. Вот. Для американского дискурса, в котором демократический социализм является очень популярной темой, Америка, заметьте, да? И Берни Сандерс, и кандидаты в президенты демократической партии активно говорят, нам бы скандинавский социализм, нам бы демократический социализм. То есть вот клише демократический социализм стало частью американской политики. И вот эти ребята проанализировали по критериям, собственно, социализма все страны мира и пришли к выводу, да, что не скандинавские страны являются социалистическими, а социалистической страной самой является Аргентина. И вот Аргентина 1913-2018 всего лишь удвоила ВВП на душу населения за этот период, в то время как страны, которые являются капиталистическими, Тайвань в 43 раза, Южная Корея в 33 раза, Сингапур, Гонконг, Япония, Китай, Малайзия, вот Ирландия, все страны, которые выбрали капиталистический способ и все эти там, буквально 7 пунктов, не все, по крайней мере 5, они вот эту задачу, да, расти быстрее, богатеть, развивать благосостояние, выполнили гораздо успешнее, чем те страны, как Аргентина, которая была самой богатой страной мира в начале 20 века, а сейчас уже целые 100 лет бодяется, не знаю, собственно, куда пристать. Это вот совершенно потрясающее открытие, потому что там идет по индексам, кому интересно, могу выслать, оно, собственно, есть исследование. Еще по второе. Между Чили и... Что? Великобритания. Между Чили и Австралией. Ну да, вот такие данные. Это ВВП на душу населения, понимаете? То есть это рост был, если условно там, например, Ирландию возьмем, да, вот Ирландия. Ирландия ВВП на душу населения в начале 60-х было там $700. А в это время в Германии это уже было 10 тысяч, 12 тысяч. Поэтому 10-12 тысяч расти до 24 это 2 раза, а с 600 до 60 это 100 раз. Вот, собственно, поэтому... Аргентина Аргентина была самая богатая,
Вот, и тот время уровень богатства, да, он за это время не вот, при помощи той политики привел всего лишь за 100 лет к удвоению ВВП. Да? То есть, вот здесь они были сами богатые, да? И дефолт несколько раз объявляли. То есть там 5 раз 5 дефолтов, там куча всего. Но суть в том, что если вот говорить демократический социализм, да, то самая там, подходящая из стран, которые не так авторитарных, является, собственно, вот эта вот Аргентина, вот к чему, собственно, они привезли. Вот. Второе исследование интересное, это вот, по-моему, McKinsey Institute, то же самое, long-term outperformers, то есть долгосрочные 50 лет страны, которые росли быстрее среднемировых темпов, 50, есть этот вот сюжет 20 лет, 5%, да, и здесь 3,5% за 50 лет. Всего лишь вот страны. Китай, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд. За все 50 лет другого ничего нет. Да? То есть если вы говорите, что вы некими уникальными инструментами обеспечиваете высокий экономический рост, значит, у вас должны быть очень железобетонные аргументы, почему именно это приведет к такому результату. Если исторически, да, ни теоретически, ни исторически, вы нигде не можете найти прецедентов этому. Вот, видите, вот то же самое, вот 3,5, вот это вот, то, что сейчас мировая экономика, да, вот Ашанка говорит, нам нужно расти хотя бы до 25 года со скоростью выше средней мировой. То есть мы всего лишь там 10 лет должны расти там 5 и больше. Это на самом деле очень сложно, потому что все источники роста, которые были, они уже не задействованы или уже, собственно, истощены. Вот смотрите, что там та же Китай, вот, 65-й год, вот где они были, вот они быстро пошли. Вот темпы роста стран, которые называются outperformers, 4,7-65-2016 годы, ВВП, доля ВВП или доля населения. Вы видите, что опять-таки, если вы ставите во главу угла экономический рост, долгий, быстрый, инклюзивный особенно, то есть не за счет там, 2-3 корпораций, ресурсов там, меди или нефти или газа, а за счет, собственно, предпринимательского капитала во всей стране, то вы вот достигаете такого эффекта, причем совершенно очевидно, что все эти страны, за вот говоря про социальные измерения цели экономического развития, миллиард людей вывели из состояния бедности. Миллиард людей 50 лет назад были бедными, сегодня эти миллиард людей либо средний класс, либо собственно в группе гораздо меньшего материального риска. То есть это вот тоже измерение гуманизма, вот, которое есть, индивидуализма, как угодно назовите. Вот еще важный момент, за счет чего, собственно, был этот рост. И опять есть такая попытка извращения нашей позиции, там, я имею в виду либертарианского либерала, что либералы только за малый и средний бизнес, ремесленников и все прочее. Да? Абсолютно нет, потому что за синергию большого и малого бизнеса совершенно четко укладывается понятие либерального подхода. Смотрите, какая доля больших компаний в производстве выручки ВВП. Вот доля больших компаний по годам, видите, да, 33, да, большие компании всегда меньше, поэтому если в стране есть большой бизнес, его тоже нужно корить, лелеять и его поддерживать, но не за счет там отдельных льгот и ликвидации конкуренции, а, собственно, за счет создания условий, в которых он конкурирует с другими большими компаниями на мировом рынке, то есть таргетирование не внутреннего рынка, а внешнего рынка. Вот, вот outperformers, у них тоже самое, те экономики, которые росли быстрее, видите, было 11, стало 27. То есть вот этот большой бизнес, он совершенно четко развился и стал очень хорошим элементом конкуренции. Это, говорит, Сингапур, это Южная Корея и многие другие страны. Вот. Ну а в non-outperformers, то есть за пределами стран, которые показывали хорошие результаты, с 6 до 13 тоже больше. Но 27, понятное дело, вот гораздо больше 13. И опять, если у вас, например, есть там сюжет там, 20 ведущих белорусских компаний. Да? Мы не говорим там, с либеральной точки зрения, нужно их там закрыть или там раздефрагментировать. Но если большой бизнес, им создать условия, в которых они конкурентны в налоговом, регуляторном, транзакционном смысле, то тогда, конечно, они смогут и создать кучу малых и средних предприятий. Вот тоже, что Саша говорил, там эффект Toyota, там десятки тысяч малых предприятий работают на этот большой конвейер. И любая другая такая большая корпорация, она создает кластер, вокруг которого все естественным образом растет. Вот. А госрасходы и ВВП, то есть понятное дело, кто как развивается, 2007 год, 2018 год, это я взял специально в абсолютном выражении, чтобы показать вам, насколько увеличение абсолютных цифр по ВВП
в экономике, да, и увеличение госрасходов. Видите, вот в 18-7, да, насколько увеличились ВВП и насколько увеличились госрасходы. Вот, то есть практически, вот смотрите, вот Беларусь минус 1,2, да, это под, за счет того, что у нас была девальвация, да, и серьезно просел ВВП, у нас было 78,5, стало там 47, вот, меньше 50, при этом ВВП увеличился на 12 миллиардов долларов, может показаться хорошо, но посмотрите, сколько у нас 49,8, 37,6 в 2018 году было, да, хотя это вот данные МВФ, по данным Минфина 43%. То есть вот это данные я просто взял, чтобы сохранить целостность источника, но тем не менее она есть. То есть если вы, например, увеличиваете, вот тот же Казахстан, не Казахстан, где, ну какая страна, Китай, да? Видите, они увеличили 10 триллионов, да? 10 триллионов ВВП, они увеличили госрасходы на 3,9. И вот почему говорят многие, что Китай ждет судьба Японии в ближайшие там, 5 лет, потому что вопрос, куда эти 4 триллиона они вкладывают. Насколько эффективно, кто вкладывает, бизнес вкладывает или опять-таки в разных рамках китайских госпрограмм. Китайские госпрограммы это строительство городов, инфраструктуры, всего того, что мегапроекты, это дает краткосрочный хороший эффект в виде роста ВВП, там 6,5-7%. Но потом, что с этим делать, вот вопрос, да, банки потом начинают страдать, обслуживание требует на всех этих объектов. И вопрос того же, собственно, возникает в Японии, второй половины 80-х годов, когда японцы были номер один, казалось, они обгонят Америку, японская модель главная, а потом оказалось, что на самом деле все, пришел там пик технологический, там, управленческий, и, собственно, за последние там, 30 лет японская модель уже явно не является конкурентной по управлению по всему. Поэтому вот первый фактор – это экзогенная трансформация. Те факторы, собственно, они есть, и нас никто не спрашивает, там, наше мнение, там, менять их, не менять, совершать, не совершать. То есть это, собственно, что происходит с внешней оболочкой внешнего мира. А глобализация отразит. Валерий Федорович говорил, что глобализация умерла. На самом деле она не умерла, она идет в какую-то непонятную пока сторону. Вот, но тем не менее, сюжет совершенно очевиден. Да? Самое главное, declining trading density in goods, это, значит, сокращение интенсивности торговли товарами. Вот то, что делает дизрупцию через современные технологии, это что товары в меньшей степени будут пересекать границы. Товары можно локально производить, и это не будет тенденция, знаете, когда торговля росла быстрее ВВП в последние там, 30 лет. Такого может не быть, если будут технологии, вот это вот 5, пятерка или там, девятка технологий современных используются локально, особенно в том плане, что развивающиеся страны давным-давно научились делать товары любого потребительского плана почти такие, как на Западе. Второе. Устойчивый рост торговли услугами. То есть то, что делается, все уникальная часть, услуги, которые никогда не торговались через границы, становятся торгуемыми услугами в современном мире. Ты сидишь в Будапештелеве, ты сидишь в Полоцке, ты сидишь там где-нибудь в Пинске, и ты совершенно спокойно можешь торговать своими услугами с корпорацией в любой части мира. Это нормально, причем где деньги, то есть ты сидишь физически здесь, деньги могут быть в другом мире, в другом измерении, в какой форме ты уже сам выбираешь. И то, что опять сегодня является загадкой статистической, потому что если посмотрите на количество товаров объем, там порядка 17-18 триллионов, а торговля услугами это 4,5-5. И вроде бы гораздо меньше, вроде бы не отражает тенденцию, но если посмотрите, сколько услуг сидит в товарах, маркетинг, брендинг, консалтинг и все прочее, получается там по оценке известных организаций около 4,5-5 триллионов нужно добавить в услуги, в торговлю, отнять от товаров, добавить в услуги. То есть эти вот, эта вещь, growing trading services, это тренд очень серьезный, очень классный. Если у вас нету, понятно, вы не можете там конкурировать или видеть преимущества, там тракторы, там какие-то грузовики, это все замечательно. Но если вы говорите про рост, да, то там искать рост очень проблематично. Особенно если есть Китай, есть Индия, Америка, Европа и так далее, и так далее. А здесь вот это гигантский просто пул потенциал с темпами роста там, ну, достаточно серьезными, гораздо больше, чем торговые товары.
Это про нас. Less labor cost and arbitrage. Меньше торговли международной товарами, в которых заключен арбитраж дешевой рабочей силы. Арбитраж предполагается, что корпорации встраивают идут в страну для того, чтобы производить товарами с низкой рабочей силой. До 300 долларов платят, до 400 долларов платят, и, собственно, это является единственным фактором снижения издержек и потом там, товарной экспансии на внешние рынки, на внутренние рынки. То есть, если наши там, 300-400 долларов привлекательны сегодня, то через 10 лет, когда вот, мы будем делать некие оферты национальные для инвесторов, факт от дешевой рабочей силы доступно, это не факт. То есть, ну и что? Вот, собственно, вот это вот об этом говорит. Гораздо больше knowledge intensity, то есть это знание, интенсивность торговли, значит, слово их на знание. Здесь мы говорим про образование, про университеты, про мозговые центры, про то, чтобы система образования была максимально научной и максимально диалогизированной. И, например, последнее, more intra-regional trade, тоже регионализация, то есть в контексте того, что некой глобальной торговли, собственно, практически нету, нужно говорить про регионализацию, то есть вот ЕАЭС, ЕС, там, ЕАСИАН, НАФТА и прочие другие. То есть, скорее всего, будет вот, там, кучкование этих блоков, чем некая единая торговая система, где можно самолетами возить товары Америка, Европа и все прочее. Потому что нет уникальных товаров, или группа очень сильно ограничена, которые, условно, там, вот шампанское, да, ну да, возят, потому что шампанское, уникальный товар, брендированный, там, защищенный. Или там сыр пармезан какой-нибудь. Вот у Беларуси таких товаров, ну, я не знаю, мой нет такого международного товара, который бы от нас пошел в мир, да, и это было бы там защищено всеми торговыми марками. Сгущенка нету. И вот видите, вот, на 5-6 процентных пунктов сокращение интенсивности торговли товарами, на 60% больше, выше темпы роста услугами, 18% значит, товарами, только международная торговля основана на арбитраже дешевой рабочей силы. То есть фактор дешевой рабочей силы через 5-10 лет можете забыть как на факторе, на который нужно обращать внимание. Китай, вот сколько кто экспортирует по группам товаров, видите, что вот другие развивающиеся страны и Китай, видите, вот, то есть все эти данные говорят всего лишь об одном, что значение развивающихся стран мировой торговли постепенно увеличивается, и там к какому-нибудь 25-му году они будут покупать и торговать больше, чем развитые страны. Это для нас, страны развивающиеся, мысль очень простой. Наши конкуренты, не немцы, не французы, не американцы, не канадцы, наши конкуренты развивающиеся страны. И они наши конкуренты. Если мы будем, грубо говоря, конкурировать, там, говорит, вот наш налоговая нагрузка регулирована как в Швеции, как в Германии, да, это неправильно, потому что они наши конкуренты, сравнительное преимущество должно искать совершенно в другом, в тех с теми странами, с которыми, собственно, у нас есть конкуренты, в том числе Китай, в том числе Россия, в том числе Казахстан, Украина. Вот это наша среда, в которой, собственно, и надо нам конкурировать и делать институты лучше, чем у них. Вот видите, вот, доля импорта основана на трудовом арбитраже. Европа, Китай, в Китае есть как мало, вот, Европа, развитые страны Азии и Соединенные Штаты Америки. Вот, потом share of goods based on labor arbitrage. А вот видите, вот, вот что было в 2015 году, в 2018 году, вот смотрите, labor intense goods, было 55%, стало 53%. Вот сокращение, это получается по оценке, это будет сокращаться еще больше. Вот и значение труда как фактора производства будет значительно меньше. Знания, да, там инфраструктура, да, интегрированность, стандарты. Вот, собственно, те факторы, которые так иначе будут. Персональный это же вызов для нас, правильно? Что нет, богатые, да, страны могут остаться богатыми, а бедные могут остаться бедными. Беднеть. Даже развивающие, богатые сейчас страны могут беднеть. Потому что не будет факторов конкурентоспособности. Да, Владимир? Вопрос. В Беларуси всегда нет, да? Нет, конечно. Это исследование, в которых там условно 98% мировой экономики, и там эти 2% можно ими пренебречь, потому что если там туда условно есть там 99% развивающихся стран, то Беларусь, ну. Это по экспертному минимуму, мы там где-то где можем. Мы, знаете, какие у нас ТНК и цепочки присутствия. Макдоналдс. Кто у нас еще есть? Такие цепочки. Кока-кола.
да. А потом у нас есть такое добавочное сырье для там перкарден, это дешевая рабочая сила, да. Из у нас приходит Икея. Мы Икея опять пришла. Икея это не это что мы делаем? Икея это мы делаем компоненты какие-то или какие-то там элементы мебели для там корпораций, которые продаются. Ну там-то мало добавленной стоимости, друзья. Ты рассматриваешь только производство, которое имеет, или представительство? По-разному, в зависимости от того, мы говорим про включение в глобальные цепочки, как это не юридический аспект, это аспект здесь денежный, потому что, грубо говоря, сколько денег... Ты знаешь, я со стороны персонала. Это немножко другое. То есть, это, мы оцениваем деньги, да, и деньги доли, да, по деньгам, условно. Если там некое производство металлов или мебели во всем мире оценят на 100%, да, то какую из 100% этих $100, условно, долю добавляется в Беларусь? Насколько мы включены? Если, например, компания там IKEA или кто-нибудь другой думает, где разместить новое производство с роботами, искусственными интеллектами и так далее, вот, и на карте на столе у них там 25 локаций, да? И потом они думают, окей, ну где мы сегодня имеем, какой там будут оценивать, так, фактор рабочей силы, квалифицированная, неквалифицированная, да, фактор инфраструктуры, фактор стабильности, фактор торгового режима, то есть многие все компоненты. Вот, которая, собственно, и является важным. Фактор дешевой рабочей силы. Дешевая рабочая сила. Сейчас там главный, как вы видите, Вьетнам. То есть Вьетнам стал Китаем сегодня, это Китай конца 80-х, начала 90-х годов. Сегодня они labor intense, Бангладеш, даже не Бангладеш, а именно Вьетнам начал производить. Вот. Все глобальные цепочки становятся более knowledge intense, это интенсивными, покупают знания. Знания это нематериальные, друзья, активы. IT, вы видите, рост, да? Здесь что там? Фарма, медицинские услуги, machine equipment, вот, потом это компьютерная электроника, электрические машины, химические, автомобильные и так далее, и так далее. Пошли. Видите, вот фарма это номер один. То есть гигантский рост и гигантский потенциал. Вот, здесь IT то же самое, видите, как профессиональные услуги выросли. То есть, так или иначе, вот, если у вас все это основано на мозгах. А мозги берут систему образования. Почему мы говорим, что супер важный момент вообще система образования, потому что без этого это лучше, чем производить, не знаю, там, пекарей, токарей, инженеров, экономистов, юристов, потому что что-то должен продавать в цепочке эти. И цепочки это вот они потом будут искать там, какую-то там рабочую силу специализированную. Да? И то, что ты можешь там хорошо молотком рубать, ну и что? Искусственный робот, да, с искусственным интеллектом делает это гораздо точнее, быстрее, качественнее, с меньшими затратами, ну и там больничнее просто. Вот, собственно, вот, так, это, вот такая логика. Вот. И вот тоже замечательный слайд, который говорит нам о том, насколько далеки наши там, программы национальные от понимания главного вызова. Это intangibles, да, это нематериальные активы, рост частной инвестиции в Европе и США в материальные, нематериальные активы. Смотрите, какая разница между ними была в 95-м году, когда еще заполняли машинами, оборудованием, всем тем, что надо было для производства. Вот это, видите, мы развалились там, условно, там, в 90-м году. Вот это пошел период накопления капитала материальной базы. Вот оно шло, там, строительство, машины, оборудование, станки, здания, строили, там, все бурлило. Насытились. И вот сейчас, сегодня, вот это тоже есть. Но здесь, смотрите, какой рост. Это ВВП, это очень серьезная цифра. И поэтому, когда и вопрос у нас такой, знаете, бизнес это вот как у нас там продать здание, сооружение, мы хотим купить их там за там, $100 миллионов, да, там, или там Гомсимаш, или там, цементный завод. На самом деле, вот самое главное. А как ты оценишь мозги компьютерщика, который сидит там, в тещетке вышел, такой, как я, а его стоимость рыночная может быть $50 миллионов. Вот. Это самое главное в голове. Если ты начинаешь ему там что-то грозить и говорить, там нужно тебе убрать... В армию или убрать территорию вокруг этого. Друзья, убрать территорию вокруг своего дома, потому что это там приказал исполком, иначе штраф будет. Но один штраф не заплатит, потом другой. Потом начнет грозить, правильно говорит Ваня. Ну, компьютерчик закроет, сдаст металлолом. Купит себе в Польше где-нибудь новенький. И все. И мы потеряли там, условно, потенциал там, десятки миллионов долларов от одного человека. Вот, собственно, понимаете, это деньги, которые вкладываются частным бизнесом, подчеркиваю, это не государственные инвестиции. Если корпорация понимает, насколько это важно,
да, и мы пытаемся имитировать конкуренцию за счет госинвестиций в intangible. Идет что? Идет то, что мне там сказали там отдельно там, товарищи, говорит, когда, как делается отчет по intangible, по нематериальным активам в госпрограмме. Пишется какой-нибудь документ на 20 страниц, какие-то формулы, и сдается под сукно как оправдание на расходование денег. А какой эффект от этого? Никто не просчит, никогда не просчитывает. Вот, собственно, что происходит. Вот это очень интересный сюжет. Для того, чтобы вы понимали, от чего, собственно, складывается стоимость современных компаний. 99%, 96%, 98%, 95%, 101% компаний – это нематериальные активы, это рыночной стоимости компании. Понимаете, какой сюжет, да? То есть, если вы говорите, что моя компания стоит миллиард долларов, да, то в этом миллиарде долларов станков, оборудования, зданий всего может быть меньше 5%. Вот, остальное, вот, видите, вот, это просто вот Amazon, 827-881. И самое интересное, с этих вот активов... А как может быть у Pfizer 102%? Ну, потому что рыночная стоимость в тот момент упала, а стоимость материальных активов по оценке другой методологии, она осталась на том уровне. Это можно. Вывод очень простой из этого всего, вот мы с Виталием на прикусе это обсуждали, что 95-99% нематериальных активов Apple, например, не включено в баланс компании. То есть вы приходите и спрашиваете вопрос, простой вопрос, сколько стоит Apple? Apple стоит где-то 20 Apple. Вот, 913, а если 99% активов не включено в баланс, то сколько на самом деле она стоит? Вот. И это новый феномен, который для наших полисимейкеров, даже для наших ученых в университетах просто еще, там, не знаю, это они просто еще не понимают, что это такое. Что для них это вот, что такое марксизм, да, там, труд, капитал, земля, инфраструктура, там, болтики, шурчики и все прочее. Я тебе потом это дам, дорогая. Вот. Не-не, ну даже говорю, это общий комплекс, потому что если мы видим университеты, школы как кузницы пропагандистских кадров, это одно. А когда мы понимаем, что школы для того, чтобы вот это генерировать intangibles, да, то радикально другой подход получается. Вот, вот кто производит intangibles. Видите, Соединенные Штаты Америки, Япония, Германия, Южная Корея, Швейцария. Вот Швейцария, которая маленькая. Вот, пожалуйста, у нее какой расклад по intangible, видите, вот IT, healthcare, consumer goods, industries, вот это как бы распределение нематериальных активов, как они делают. Общая стоимость вот в миллиардах, 1,6 триллионов, 256 это и чего? А, в промышленной собственности. То есть в промышленности сегодня вот почему сложно, например, для с точки зрения практики, да, вот идет товар, да, как определить его стоимость для таможни? Вот он вроде бы стоит там миллион долларов, да, а кто-то пишет, говорит, вот, а он стоит там 100 тысяч долларов, или наоборот, 10 миллионов долларов. Вот как его фактурировать, или, например, страна происхождения товара? Вот простой такой вопрос, как ты можешь определить страну происхождения товара, не представляя, если он там, до этого прошел там, 7 стадий цепочки производства. Вот это, да, made in the world называется. Поэтому вот абсолютно абстрактная старая вещь, которая должна была уйти в прошлое. Вот как Китай, например, видите, была доля... Да. Слайду. Немножко не так. Смотри, 1,562 и 256 в Америке – это услуги и интеллектуальная собственность. Нет, индустриал. Справа, смотри, вот это вот отдельно. А, да, абсолютно. Экспорт услуг, да, все правильно, да, ты права, абсолютно, спасибо. Вот Китай, да, 2017, это называется вот промышленный завод, да, который обслуживает весь мир, да. Вот, по всем элементам, да, как они выросли. Это доля Китая в глобальном выпуске продукции 2000-2017 год. Вот где мы они были 15% в 2017-2000 году, и где они сегодня по основным элементам. Это вот стекло, цемент, керамика, текстиль, одежда, электрическое там, машинное оборудование, металл и так далее, и так далее. Видите, автомобили даже 3,28, да? А у нас Джили. Китай. Зачем? Да, ну даже мы, белорусы, пытаемся конкурировать рынок влезть, да, делать там клепать консервные банки, типа технологические 30-40-летней давности, это уже сегодня вообще, это никакой не бизнес, да, там, я не знаю, там добавленной стоимости
там, с гульки нос, и там можно только за счет неких импортных машин заставлять людей покупать, и то не заставишь, потому что это серьезная проблема. То есть здесь, если вы не представляете, как добавлять, какие материальные активы добавлять в эти продукты традиционные, там, либо элементы там, маркетинга, либо брендинга, то вы просто попадаете в масс-маркеты, где вот такая тещёнка стоит доллар, да, одежда стоит копейки, обувь стоит копейки, электронные товары стоят копейки, на самом деле все value стоит, собственно, в брендах, в тех сюжетах, которые и есть нематериальный актив и источник знаний. Вот типичный пример того, как влияние на богатые страны, вот эта вот глобализация, привело к деиндустриализации. Видите, 95-85 год, страны, где были с точки зрения вот, занятости в промышленности, да, и вот они... Больше всего пострадала Британия, но у них 80% ВВП это услуги, да? Япония, Франция, Соединенные Штаты, видите? И все. Так а почему пострадала? Нет, подожди, с точки зрения, я говорю, Ваня, с точки зрения тех людей, которые считают, что в стране нужна промышленная политика традиционного образца. Взял, построил завод, запустил, веточку перерезал, делаешь товар. Вот, собственно, с точки зрения они страдали. Они это сам... Феномен Германии. А? Феномен Германии. Да, но Германия, потому что это бренд, это, вот они молодцы в этом плане. То есть, что стоит за германским промышленным этим чудом, да, вот Британия туда пошла, Германия осталась, потому что Германия имеет там автомобили, которые покупает весь мир, химию, которую покупает весь мир, то есть у них совершенно конкурентное мирового уровня производства, которое, да... Красавцы, только доля малых и средних предприятий. В том числе, Но вопрос занятости и промышленности. Вот. Дело в Германии это достаточно уже. Да, вот это бренд. Где на Швейцарии, где на Германии? Говорю, вот какой товар, если сделано написано Made in Belarus, добавят туда 30% цены? Президент. Самый лучший. А какой-то продаж. Это продаж. Это ваш рейтинг. Это неторгуемый товар, Ваня. Понимаешь, что там-то и дело. Имеет в виду шоколад. А, правда. Да. Ну тогда это а уже ГИИД да? и многие другие конкуренты, друзья. Вот. Но в этом плане, вот говорите, а это торговля товарами, услугами, да? И вот торговый профицит в услугах, видите, 78 был в 95 году, стал 243. Причем вот это у нас что? Это Европа, это Америка. Вот за счет вот, разных стран, вот их сейчас, если мы хотим быть развивающейся, развитой Белоруссии в Европе, да, то вот это вот наша, собственно, и есть стратегия развития, это наше будущее. Это, так или иначе, встраиваться нужно в цепочки, как ни парадоксально, глобальные цепочки добавленной стоимости в услуги. Услуга может быть совершенно разная, да, и да, мы понимаем, что там вот есть там какие-то элементы, там палочки, колесики, там, не знаю, элементы производства там, телевизоров или чего-нибудь угодно, а тут получается нужно встраиваться в некие элементы, там, вот, например, там софт производить, или там, не знаю, там роботов, или какие-нибудь дроны, или еще что-нибудь, которое там пользуется во всем мире, и это вот стратегия развития. Вот эта стратегия реально. Обозвать ее стратегией промышленности, если промышленность производства услуг, тогда да. Но в классической экономике это, как правило, другой сектор, сектор услуг, не сектор производства товаров. А вот то, что называется, вот видите, labor intense good. Кто главный, видите? Кто, опять-таки, валовый экспорт. Вот Вьетнам где был. Вьетнам 100. Вот видите, все начинали, и вот как Вьетнам пошел вверх. А это Индия, Китай и Бангладеш. Вот, вот видите? Да. Вот Вьетнам сейчас стал кто? Powerhouse. Резанный это кто? Это у нас Бангладеш. Бангладеш один из мировых лидеров производства товаров легкой промышленности. Вот, поэтому здесь вот, опять, можем ли с ними конкурировать? Вот, у них второй по численности населения. Несмотря на то, что labor intensity падает, эти страны показывают. Да, потому что они захватывают все большую часть. Китай там 900 тысяч долларов зарплаты, поэтому там конкурировать с ним уже не labor intensity. Можно найти там labor intensity, но скорее всего это не labor intensity. Вот, поэтому это вопрос, опять, какие последствия это имеет, да, вот, какие серьезные проблемы возникают на мировом уровне, и, собственно, и в Беларуси, потому что мы не можем найти там полноценную работу там, на 500-1000 долларов зарплаты, потому что это вот, здесь будет, вот именно я взял в качестве иллюстрации обложки известных журналов экономических, которые, собственно, освещают эти проблемы. Это Business Week,
Вот это июльский один из номеров. Вот. Вот как обеспечить существование в условиях беспрецедентных изменений. Вот. Это вот, собственно, такое освещение целого ряда публикаций налогов. И вот ответ на этот вопрос, сколько там будет уничтожено традиционных рабочих мест, там, они варьируют от там, 700 миллионов во всем мире до там, миллиарда, до чего угодно, но опять-таки вопрос конкретной цифры это спекулятивно. Но то, что дизрупция совершенно четко будет, не вызывает сомнения, вопрос лишь в скорости. Вот. А поведение направленное вот, собственно, того, что называется Запад. Да? Что мы говорим направляющее, на чем можно ориентироваться. Знаете фотографию, да? Кто сидит вот здесь? Кейнс. Лорд Кейнс, да. Это Югославия и СССР, несуществующие страны. Время обсуждения Бреттон-Вудской конференции. Mm-hmm. Вот, это система архитектуры была мира, которая определила, прежде всего, денежная финансовая архитектура, как должна развиваться. Да? И СССР нету, Югославии нету. Человек, который от СССР тогда участвовал, оказался значит, где? От Америки, который участвовал в переговорах, его здесь нет, оказался советским шпионом. Вот, это тоже интересный сюжет. Вот. И здесь вот МВФ, который создали 75 лет. Вот, это Франция, замечательный сюжет, называется памятник, не памятник, это как это называется, не памятник, а инсталляция. Инсталляция, которая побуждает работников к производительному труду во Франции. Вот это где-то в Лионе такая фигура есть, вот я не знаю, к чему она кого побуждает, но это есть. Вот. И радужный мир, который, собственно, отдыхает, который не знает, как себя занять, потому что свободного времени много. Доходы позволяют безбедно существовать там, даже на восстановленной безработице, путешествовать по миру, там много материалов. Это вот мир, в котором пока мы живем. Пока мы живем, но здесь вот то, что называется ловушка денежных суррогатов, совершенно очевидно происходит, потому что дешевые деньги в мире, там 13 триллионов котируются по ставкам ниже нуля, да, отрицательной ставки процентов, да. И с этим что-то нужно делать, потому что никто не знает. Страны, банки не знают, правительство не знают. То есть это какая-то новая вообще реальность, которая не была там ни 25-30 лет назад. Сюжет, который меня очень порадовал, это как раз ответ на вот эту дизруптивную монетарную политику, это процент, это стоимость, рост стоимости акций золотых компаний. Вот. Видите, 122% удвоения, 108% и так далее. То есть, видите, средний рост акций золотых компаний 28%, золото 12%, то есть идет совершенно очевидный такой спрос на safe haven, называется, на безопасные ресурсы. Вот. Это еще только начало. Может быть очень серьезное там, ускорение этого процесса. Мы с Виталием можем спорить, насколько это валидно, сколько золота должно быть в портфелях, и сколько это должно быть в чуланах национальных банков, но тем не менее спрос на золото, вот он, думаю, в ближайшее время будет увеличиваться именно из-за этого. Одна из причин, это вот то, что мы говорили, обязательства государства, 2005 год, 2015-2050 год, проекция по только пенсионным выплатам. Если сегодня вот это получается между обязательствами и возможностями Г 5%, да, к 2050 году это будет 400 триллионов, друзья. Это вот annual growth of gap, то есть вот сколько ежегодно прирост вот этого гэпа, предположить 5%, то это будет просто абсолютно несущение. То есть, грубо говоря, те люди, которые рассчитывают на пенсию 1000 долларов, будут получать 200. Или там еще меньше. Или все пенсионные сбережения просто будут съедены. То есть если мы вот думаем, что эта система как-то нас прокормит людей там, пожилых, да, даже если пенсионный возраст будет 75, то все равно это будет нищета. Вот это очень простое, причем это говорят, это изобретение Запада. Это не мы придумали тупую систему. Нам нужно систему, механизмы делать так, чтобы, собственно, отвечать людям на вопрос, а что делать с нашими пенсионерами там, через 10 лет, когда пенсионный возраст будет 65-70 лет. То есть если механически повышать пенсионный возраст, ничего хорошего с этого точно не будет. Дизрапторы. То есть очень интересные ребята, которые могут действительно что-то сделать необычное. Да? Вот Борис Джонсон, вы понимаете, вот опять генерация, какого из Борисов получит Британия, да? Либо такого, либо такого. Вот, и сможет ли он это все дело переварить и заварить. Второй дизраптор это вот этот джентльмен, причем видите написано, тарифы,
черные списки это компаний. Сандерс? Нет, это правда Сандерс. Финансовая изоляция, санкции. То есть это просто идет все, вот это называется Weapons of Mass Disruption. Очень хорошо, хорошо перевели, это сделали, да? А это, да, Сандерс, который, собственно, за национализацию Америки, грубо говоря, социалист, который, если бы его, его политика будет сделана, то это будет, я думаю, ну, потрясение вселенского масштаба. Вот ребята, которые... Корбин. Это Сандерс, это Корбин, это самая социалистическая, наверное, за всю историю Америки Конгресса женщина, Окасио-Кортес, которая там за национализацию healthcare, за всеобщее всего, то есть, ну, и за то, чтобы там налог на корпорации стали там 65%. Это вот мечта противников Америки, чтобы вот эта дама платила с президента и победила. Вот тогда Америка за 5 лет изменится до неузнаваемости. Вот. Ну и вот, видите, вот эта вот майка джентльмена, который посещает все растущую популярность Конгресса социалистов Америки. Демократический социализм как новая интеллектуальная фишка для левых американцев, которые не понимают, вернее, им не устраивает демократия, их не устраивает капитализм, не устраивает социализм, поэтому они считают, что нужно вот эту фишку подавать. Говорят, нет, мы не Венесуэлу имеем в виду, мы не Советский Союз имеем в виду, наше справедливое общество, и, как правило, приводит вопрос как раз приватизации. Не приватизация, а этой, скандинавии. Вот новый человек, Урсула фон дер Ляйен. Новое лицо, я думаю, вы часто будете слышать это имя. Это бывший министр обороны при Германии, которая подходит под уголовным делом расследования коррупции в Министерстве обороны Германии. Вот, которую вообще мало кто знает в Германии. Но каким-то образом она стала вот, главным на место Жана Клода Юнкера. Она занимает эту позицию сейчас. И что она будет делать, собственно, никто не знает. Когда ее назначали, что можно ждать этого человека, у нее 7 детей, вот, в этом плане она очень многодетная мама, совершенно многодетная мама, но ее позиция, вот ее там не особо за ней, Меркель не голосовала за нее. Вот. Плюс у нее есть российские корни. Ну вот, там найдет много. Одни плюсы. То есть они, вот, мы говорим про то, вот, ту систему, да, которая складывается, да, можно ли прогнозировать там некое развитие, там, я без относительно этой личности, да, а вот именно институционально, да, Европейский Союз, Европейская комиссия, что от нее можно ожидать в плане нашего как бы развития, да, насколько она будет вообще делать внутри, и не будет ли это приведет к тому, что следующие парламентские европейские выборы, фракция скептиков займет уже там не 11%, а там 28-30%. Вот, собственно, сюжет, который интересует, потому что ослабленная Европа, это Европа, которая будет с высокой степенью вероятности, там будет Brexit, потом будет Polsy, еще что-нибудь там, что-нибудь быть такое, собственно, сценарий легко прогнозируем. Особенно в контексте того, что трансатлантическое, вот то, что Андрей говорит, вот это будет. Военный противник союз трансатлантического тоже же практически очень серьезно проседает. Центральный банк Европы, еще один дизраптор очень серьезный, причем вот такой, знаете, вот, это картинка из журнала МВФ июньского месяца, вот, 75 лет МВФ, и понятное дело, что с кем разговаривает Лагард, она разговаривает с лордом основателем организации, с лордом Кейнсом, который учит ее, там, задает вопросы, и он очень рад, как работает ее организация. Ну, начнем с того, что она говорит, вот ее уже там ЕЦБ практически утвердила, и она вот почти полтриллиона евро будет печатать для стимулирования европейской экономики. То есть это вот новая фаза валютной войны, которая вот разворачивается вот перед нашими глазами. Вот такой вот сюжет. Я думаю, Кейнс бы в гробу перевернулся, если бы узнал, что, собственно, как его извращают даже такие люди, которые его и не прикрывают. Этот сюжет имеет вот это, да, связано вот с этой новостью, потому что иконы тоже падают. Икона от Deutsche Bank, когда не даст врать, вот белый флаг вывесил, то есть они хотели работать на американском рынке, провалились, и вот 18 тысяч рабочих не сокращают, 20% рабочей силы, концентрируются на внутреннем рынке Германии, понятное дело, его будут спасать всеми возможными средствами, потому что это банк особый в категории системообразующих мировых банков. Вот, и опять новые деньги пойдут туда, и немцы со своей финансовой дисциплиной опять пользуются халявой. Вот это, к сожалению, вот такой сюжет. Поэтому Беларусь банка моделирует свое поведение вот на этом примере.
Помимо финансовых вещей, есть вещи, которые могут сильно катализировать изменения. Первое, это, конечно же, зона вот Иран, вот весь регион. Да? Вот Иран, его союзники, да? Его вот, зона красная, это зона напряжения дипломатического там, и военного. Да? И чем это закончится, собственно, вот это в Армунском проливе, вот эта борьба, никто не знает, это и нефть, это и вооружение, это, не знаю, все что угодно, может, сценарии совершенно разные, но фактор дизрупции там совершенно четко присутствует. Китай, США, еще одна ОС, причем, заметил, какая замечательная штука была, да, это вот Россия, это вот, да. Кто есть кто в этом режиме отношений между Китаем и Россией, да, вот, по ВВП, по всем этим показателям. Вот, и опять, если это вот уже там 1% пункт ВВП, может быть, мировая торговля ВВП потеряли темпы роста, да, а если это будет еще пойдет, идет в клэш, то понимаем, знаете, вот, в следующем году выборы Трампа, да, и он говорит, а, надо создать некое напряжение в мире, чтобы люди понимали, что борец за Америку, American First. И что он делает? Он тогда активизирует борьбу против вот этого джентльмена, вот против этого джентльмена, и получается очень даже веселая компания. Второй. Вот. И второй смысл. Говорит, что китайцы называют постсоветское пространство грязь под нашими ногтями. Ну, вот это вот как раз вот это есть вот именно показатель того. А вот если мы говорим про стратегический партнер, Лукашенко был стратегический партнер Китая, да? Мы 0,01 формируем импорта Китая. Вот здесь мы где-то сидим. То есть, я ради бога, торгуйте нормально, с уважительно, но говорить там про какую-то стратегию, там Китай, ну это немножко некорректно. И это сюжет. Вот тоже. Название «Новой газеты», оно посвящено, собственно, анализу газового рынка России. Вот, и интересно в том плане, что опять вот куда повернет Россия, во многом, она абсолютно фактор мировой политики, в этом нет никаких сомнений. Да? Но какой фактор и как он будет разворачиваться, особенно для нас, то есть для нас, с точки зрения вот, прогнозирования событий, вот эти все вещи нам, ну как, даже если Deutsche Bank разговаривается, ну и черт с ним. Есть какой-нибудь счет Deutsche Bank? Ну, ну и все. Нет, нет. Евро же подешевеет, все наши в Европе, оно ударит некоторые. Вот. То есть, а здесь, да, вот если вот этот фактор будет играть, да, то это такой мощнейший этап, ну опять, это удар по нефтегазовому эмирату Республика Беларусь. Это конкретные источники наполнения бюджета, конкретные источники валютной выручки, конкретные интересы бизнеса, которые в том числе вкладываются там же в недвижимость, в большие крупные проекты, о которых, собственно, даже мы здесь говорим. И вот поведение вот этого фактора никто в мире предсказать не может. Абсолютно. Да? То есть это вот мир такой полный распинания неопределенности. И даже если верить Андрею Николаевичу, что он будет идти по пути исторической России, значит, это еще больше давления, это еще больше там, торговых, валютных, административных барьеров, ну, для того, чтобы заставить белорусские элиты подчиняться некому там или принять эти правила игры. Иные, другие. То есть так иначе, для того, чтобы противостоять вот этому фактору, нужны очень серьезные мозговые проработки и как бы так, создать или убедить некоторых полисимейкеров в России, что им выгоднее, по крайней мере, не делать дизрупцию политического такого экономического характера. Поэтому отличительные черты вот этих и этих. Вот смотрите, тут 10 пунктов и там, чтобы вы просто посмотрели, вот, чем они отличаются. Да? Как мы можем определить те или иные. Выбирают десталинизацию, выбирают модернизацию. Тут, как бы, я с Андреем, собственно, вот подсказки этот пункт написал сюда. Выбирают науку, выбирают мистику. Тоже, собственно, понятно. Выбирают свободу, выбирают сильную руку. Потому что значит, многие опросы, в том числе Европейского банка реконструкции развития, говорят о том, что сильная рука. Это вот приоритет над вот, Украиной, да, многие там, или Казахстан. Они говорят, что надо, чтобы... Ну, Казахстан и так сильная рука. Китай сильная рука, Сингапур сильная рука, Чили сильная рука. И вот это вот имидж того, что сильная рука сможет нам как-то сделать нам, провести нас через эту бурю там, тотальной там, и многоуровневой дизрупции, она очень популярна, да. Уважает многообразие, принуждение к многообразию. То есть это как бы...
в правовом поле, в экономическом, в культурном поле, там недопустимость там, разных там, ответвления от некой нормы стандартной, которая принята на уровне государства. Конкуренция или коммерческий фаворитизм, тоже такая ось, да. Ну вот, типичный сюжет в Беларуси, есть национальные чемпионы, точки роста, мы их будем выделять, будем поддерживать, а все остальные, ну, как получится там. Главное, чтобы не умерли, если вдруг, ну, черт с ним. Не требует чужое, вот, потому что если вы говорите, там, как отличить там, хорошее от плохого, если кто требует налоги, да, и те, кто требует какие-то там другие вещи, ну, тогда это вот один сюжет. А если кто требует дать свободу экономическую, там, интеллектуальную, академическую, это другой сюжет. Вот, да, популизм, обещать золотые горы в будущем или предлагает благополучие, не обещает золотые горы, обещает, предлагает благополучие за чужой счет, не прячется за общими фразами, выбирает популизм. То есть это такие графическое что ли изображение, как отличить одного от второго. Вот, и в этой матрице можно, грубо говоря, ставить там, зарубки или ставить птички, к чему может привести тот или иной сюжет. Вот, отличительная черта вот ловца в неволе, это вот такое графическое изображение. Популизм, вроде бы до человека, да, вроде бы там социальное благо, вроде бы полная занятость, вроде бы там защищенность, да, на самом деле идет вот реальный трансфер ресурсов в совершенно другом направлении, да, причем вот здесь графически изображено всего лишь один род, на самом деле цветов там миллионы избирателей, да, которые используют как ширма для вот для этого всего. Вот. И процесс, к сожалению, он набирает обороты и в там, развитых странах, и развивающих странах. Вот я говорю, знаю только один пример страны, которая последние там, 10 лет развернулась в обратном направлении, это Ирландия. Ирландия совершенно великолепный сюжет, когда страна с уровнем госрасходов 65% ВВП, вот, в этом году закончила, по-моему, закончить это меньше 30%. Меньше 30% для развитой страны это абсолютный феномен. Даже у Швейцарии больше, около 34%. И Ирландия, вот пример совершенно классной интеграции, адаптации к дизрупции полной, которая, я вот хотел бы, чтобы наши там не в Новую Зеландию даже ехали, там, в Австралию, а именно в Ирландию. Маленькая, какой там ирландский семьи? 5 миллионов. Больше. 9. Ну, по крайней мере, как мы, да, по-моему, меньше, чем 9. А, 6. Меньше. Около 5-6 миллионов. И опять, нету там не полная защита прав собственности, полная интегрированность финансов в другие системы. Никто не думает, Irish banks first, там, давайте ирландские коровы лучшие в мире, там, или ирландские навоз это, блин, самый крутой навоз в мире. Никто же об этом не говорит, понимаете, то есть дискурс вообще, понимание того, куда мы идем в Ирландии, почему Ирландия выбирает там крупнейшую корпорацию, у них индивидуальная договоренность с ТНК о налоговом режиме. Мы говорим, когда говорим вот универсальность налоговой системы, да, Люксембург, особенно Монако, Мальта, имеют на уровне там, секретных документов договоренности по налогам с корпорацией для того, чтобы только они были у них. И здесь вот не делают там камни замечательно, великие, невеликие, или какие-нибудь там островки арабского капитала, сделать просто совершенно нормальное правовое поле, в котором уютно было бы там, словно корпорациям там, из топ-200 мира с гигантским потенциалом, потому что то, что у них есть, у нас, для того, чтобы наработать такое, я не знаю, надо бесконечное количество лет. В плане знаний, в плане лицензии, в плане управления, в плане построения новой архитектуры, продаж и производства. То, чем мы вообще не понимаем, не знаем. Как продавать intangibles? Вот у нас маркетологи есть, которые знают, как продавать товары. Да, вот товар того, того потребителя. А как продавать знания, эти продукты, знания, которые могут быть в мире? Как брендировать школы, как брендировать университеты? Как сказать, что вот у нас, то есть, знаете, брендирование людей, которые их производят, это особая вообще новая тема, которая вообще не звучит в Беларуси. Ну да, вот, то есть, вот, представляете, вот вы, да, как люди, которые там условно там 5 человек, команда как бы подготовки людей, которые будут генерировать миллиарды долларов добавленной стоимости. Они критическое мышление, да, если ты думаешь совершенно радикально другой значит, категории, значит ты отстаешь уже, и все, их нет. Вот ребята, школа, университеты наши, вот, собственно, должны они быть в центре
внимание нашей экономической, промышленной, там, социальной другой политики, да, а не наши АЛПК, Минпром и прочие там разрушители капитала. Это вот совершенно другой шифт, да. И вот Федорович говорил об этом постоянно. Любые доклады, возьмите вы доклады, значит, McKinsey, доклады World Bank, доклады PricewaterhouseCoopers, доклады Всемирного экономического фонда. Везде, собственно, об этом пишется такими большими-большими буквами и предупреждают людей относительно той дезрупции, которая может быть. А у нас, где вы видели, там, у нас министр образования, известный дизраптор, большевик, вот, который у нас думает, что школы и университеты для того, чтобы готовить кадры для армии. Даже не кадры, а как пулеметчиков, пули, да, пули для армии. Это вот, знаете, вот это вот. И когда мы говорим вот в контексте уже публичного дискурса, да, это вот дискуссия такая для профессионалов, а потом нужно как-то идею донести до руководства страны. Да? Вот как эту идею донести до руководства страны, что мы должны как-то иначе позиционировать себя, иначе структурировать свои деятельности, иначе потоки направлять. Вот я говорю, давайте вот я, удвоение зарплаты учителей и школ стоит, обойдется бюджету в 700 миллионов долларов. И мне говорит Минфин, да, 700 миллионов долларов мы не найдем нигде, у нас нет таких денег, 700 миллионов долларов, это катастрофа для страны будет. Там они тратят недавний доклад МВФ, этого Всемирного банка, где написано, что бездарно тратят дотации, значит, госпредприятиям, 5% ВВП, 5%, друзья, это те же 5 миллиардов, 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов тратится, и они могут найти на удвоение заработной платы в школе учителям 700 миллионов. Или дотации сельскому хозяйству, там, рыбному хозяйству, лесному хозяйству. Рентабельность сельского хозяйства без господдержки минус. То есть они берут миллион, возвращают меньше и не платят налогов. А что мы генерируем вообще в этом мире, кроме вот этого вопиющего, скандального отношения к чужим деньгам? Ничего. А ты начинаешь говорить, а фразы про человеческий капитал везде есть. Академия наук говорит об этом, что там Лукашенко человеческий капитал, IT взяли. Но у нас это все находится на уровне, там, Женя, конечно, хвалит там декрет номер 8, нормально, IT. Как хвалит? Безотносительно даже. Хорошо, что это будет. Хорошо, пусть это будет. Замечательно, друзья. Но когда мы говорим про прорыв, про эту дизрупцию, нужно говорить радикально про другое. Потому что мы видим, куда идет мир. Да? Главное, там, если бы никто не говорил об этом. Вот мы говорим, да, что, друзья, такие выводы. Через 10 лет мир будет совершенно другим. Да? И почему будет другим? И те люди, которые будут первыми, да, вот в этой дизрупции адаптируются, те будет вот и ВВП хорошее, и занятость хорошая, и жизнь хорошая, и социалка, и дороги, и все добро будет. Причем, заметьте, у них не будет вообще даже загрязняющей окружающей среды заводов, типа Светлогорского ЦКК, Добрушской бумажной фабрики, там какого-нибудь этого Волковыского цементного завода и все прочее этой дряни, которая к нам едет, потому что, ну а зачем нам в Европе эти заводы, фабрики и все прочее, если там белорусы бедные схавают, значит, возьмут работников за $300, и они будут рады, что им платят зарплату, и Лукашенко платит пенсию. Лукашенко 85 будет платить пенсию точно так же, как он платит 65. Если мы ничего не поменяем, если мы не убедим его в том, что это может быть вещи, вот опять, допустим, в 95 году он этого не понимал, этого не было. Да? Это феномен последних 10 лет. Да? И за 10 лет окружение президента, окружение там, ну понятное дело, они процессов этих не отслеживают, они не понимают, потому что все в текучке. И наша задача такая вот, очень такая мега задача, как и задача украинцев, как и задача там, россиян, да, достучаться до руководства, чтобы они понимали, к чему мы идем. Потому что, друзья, наша доля в мировой экономике это 0,07%. 0,07%, она была 0,07% в 1995 году, она была 0,07% в 2005 году, и мы относительно, то есть мы говорим, наша успешная модель, то мы должны были хотя бы до 0,1 дойти. Но мы не дошли до 0,1, мы 0,07, Украина 1,5%, Россия 1,8% или 1,2%, все. И это просто вот это говорит о том, что у нас вот это вот где-то. И там, может быть, мы там органические продукты питания будем делать. Ну да, ну. А тут Microsoft выходит, а мы будем делать продукты питания из стволовых клеток.
искусственная, вообще вот эта вот компания, с которой миллиарды долларов инвестируют, уже они продаются в Америке, это вообще не имеет отношения ни к коровам, там, ни к свиньям, ни к чему. Просто вот то, что есть в бургерах и везде. Ну, это мы можем фэ говорить, это все плохо, но люди-то хавают. Сверчков хавают, там, паучков хавают. Все эти вещи, батончики, которые протеиновые, хорошие. И люди начинают, у них же сознание на самом деле меняется. То есть коровы, знаете, вот глобальная дезрупция в виде глобального потепления, да? Что глобальное потепление, самый главный источник потепления, это коровы, которые пукают. Вот, и метан выпускают, соответственно, метан препятствует. Типа сельское хозяйство это самый сильный поставщик углекислого газа, который влияет на. Да, абсолютно. Метан, да. Вот, друзья, и поэтому в этом плане, когда мы говорим про дезрупцию, да, вот наши строительные преимущества должны быть как-то другие, в другом свете рассмотрены. И поэтому, вот, заканчивая эту часть презентации, я просто говорю, что нам нужно учиться жить в гармонии в новом дивном мире. Вот это вот, как вы знаете, вот это вот то, в каком мире мы живем, и это вот комбинация разных факторов, разных людей, разных систем, она, вот она в процессе изготовления, ее нету. Она просто может поменяться, но каждый год меняется. И кто там, кто мог придумать, да, 10 лет назад, что будет Трамп, да? Кто мог придумать, что Борис Джонсон, который там мечтал о премьер-министре и решил поддержать Брексит, будет премьер-министром Британии консервативной партии? Я на съезде консервативной партии был, наверное, раз 5, да? Видел Тэтчер, видел всех там этих премьер-министров. Они так гордились своими традициями. Пришел человек, который плюет на традиции. Просто плюет на традиции британской политики. И это новое состояние, да? И самый главный вопрос, который вот это очищение от ошибок старого, или Сальвини там тоже, там в Италии, или там социалисты в Испании, это очищение старого или это новое качество? Грубо говоря, это вот сила зла или это сила добра? Мы не знаем еще, что они декларируют одно, а делают другое. Да, что там Борис Джонсон сначала говорит? Да, мы за free trade с американцами, свободное рыночное решение подпишем. А послушай, что он делает, радикально другое. Трамп, да, America first, там нормально все. А что он делает? В налогах нормально, в дерегулировании нормально, а в других вещах? То есть американцы считают, каждый американец платит за там, вот, тарифные ограничения и торговые войны под $900 в год. И это публичная информация. Политика Трампа обходится каждому американцу в торговой войне $900 миллионов в год. Что делают американцы? Окей, we're ready to pay. Мы готовы платить. Пофиг нам, потому что America first. И вот эта вот ментальность. А почему так? Потому что если в конце 19 века дизраптором социальным был пролетариат концентрированный, которому что-то там не задавали, не делали, да, то сегодня таким дизраптором, таким подготовкой этой вот бомбы являются университеты и школы в Америке, в Европе, которые учат такой чуши. Как я говорю, в 4 классе 4 года, 5 лет нужно учить трансгендерным отношениям. Да? У них социализм, потому что у них социализм, ни слова вы не найдете там, о наших переживаниях. Да? Вот если нас туда, в Америку, даже самых там, людей левых взглядов туда поместить, мы будем очень радикальными и неполиткорректными. Не только с точки зрения там, отношений между полами, с точки зрения именно интерпретации истории. Даже американцы свою историю учат совершенно крайне отвратительно. Они в этом плане невежественны. Потому что у них это все социализировано, все государство, государство, государство. Вот они нарвали, что у них так вот 57% демократов поддерживают социализм. Знаете, вот если качнется сюжет против Трампа в сторону демократов, там Уоррен, этот, как ее там, Уоррен, как ее, женщина баллотируется за национализацию healthcare, за то, чтобы ликвидировать частные фирмы в сфере. Это одна, еще вторая там есть такая страшная. Это будет просто, ну, это такая дезрупция будет в Америке, что, ну, конечно, мы будем, там многие спецслужбы в мире будут потирать руки, да, но на самом деле это будет такой фактор непредсказуемости. Но шанс для нас тогда, чтобы тогда к нам привлечь Google, который будет убегать из Америки, чтобы привлечь сюда, Apple, чтобы привлечь сюда Facebook, сказать, квартал Цукерберга в центре Минска или Гомеля, например. Вот, друзья, приходите, инфраструктура есть. АЭС дает дешевые электроэнергии. Делайте только, мы вам это все сделаем.
И это будет самое-самое важное, потому что Ирландия начинает, знаешь, с чего? С того, что была целая компания по привлечению в страну Intel. И вот они привлекли Intel, и это стало началом такой раскрутки Ирландии как высокотехнологического хаба. Вот в Беларуси такого нет, потому что мы думаем о том, как привлечь там, индийскую компанию в Скиде для производства генериков. И мы, классно! Или в Лагойск производить мясные котлеты для Макдональдса, и то местное население выражает протест. Как это какое-то мясо будет производить в маленьком городке, где, собственно, работает на это? Я, знаете, у нас мозги у людей уже из-за недоверия сложилось такое, что даже если хорошая корпорация приходит с хорошим бизнес-планом, то первая реакция – недоверие, неприятие. Отбросить, потому что все знают сюжет с калькуляторным заводом, все знают сюжет там Светлогорска, все знают там какие-то минские сюжеты, что не было доверия. Если хороший человек приходит с бизнес-планом, первая реакция – недоверие. Не дадим, не пустим. Ай-яй-яй, что они сделают? Эти, я думаю, там руководители это Макдональдса думают, блин, во всем мире нам деньги еще дают за это, что мы пришли. А тут мы предлагаем построить там завод, там 100 рабочих мест в провинции, налоги платить? Нет, не хотим. Поэтому, друзья, выбираем правильное наполнение. Это очень важно, потому что вот это наполнение, которое у нас, ну, в нашей школе традиционно мы делаем ставку на интеллект, на знания. Деньгами не поможешь стране, как ни парадоксально. Деньги, потому что это не тот актив, который сделает прорыв, вот, а это вот самое главное. И вот у нас, вот, к сожалению, такой материалистический подход еще видения мира. Вот мы не вышли за него, и когда выйдем, тогда, конечно, ситуация может очень серьезно поменяться. Спасибо большое.